значит, не знаю, значит, я послышал, бля, может, все, ты все, поехали, все тут. Слышь, может, ты пукнул, со второго этажа услышала? Кто-то точно рыгает. Какой-то, ой. Не размучивайся, Камик, это же... Хорошо, не буду, не буду. Когда ты сказала, что я сразу понял, что я бустер, трейтер. Арина не замучилась. Ну, короче, бустер прыгает. Ага, бустер идет с Камиком в медицинку. Бустер мертвый. Камик, да зачем чё? Ты убил бустера? Что ты пиздишь, блядь? Это не пизжу. Это ты что? Что ты пиздишь? А зачем ты пиздишь? Дима, расскажи, пожалуйста, как было дело. Ты только что говорил, что бустер куда-то прыгает. Нет, смотри, идет бустер, идет Камик вентиляция. Смотри. Идет бустер и Камик в медицинку. Я вижу, что работает вентиляция. И думаю, наверное, они вместе прыгнули. Бегу нажимать на кнопку, но бустер мертвый, а Камик выбегает оттуда. Катя и этот, и Зарк был, алло, блядь. Подожди, Катя и Зарк. Подожди, ну может там еще были, подожди, Катя и Зарк, они могли через этот электро, они могли через электро прыгнуть. Бист, это все на электро было? Нет, на камерах, нет, это зашли медицинку, это на медицинке. Зарк, тебе человек говорит то, что человек прыгнул в вентиляцию, я согласен, я склонен. Ну я видел, как Камик забегает вместе с бустером. Я видел, какую вентиляцию, блядь, пиздец. Я пошел, блядь. Просто... А где труп вообще? Где труп, блядь? На медицинке. А кто еще раз ты говоришь в вентиляцию? Кто прыгнул? Камик. Камик прыгнул в вентиляцию. Камик говорит, что там еще... Подожди, Камик, скажи еще раз. Камик, скажи еще раз, кто там был. Что еще? Говорю, Зарк было и Катя было. Ну, либо это Зарк и Катя. Я не буду бустером. Ну, ты сначала влево бежала. Давайте кнопку. Это возможно, бежала, это возможно, это возможно, это возможно. Возможно, он съебался, они убили. Короче, похоже, подожди, я не уверен. Походу, походу. Я пока в скип и скип, скипните, скипните. Походу. Какой скип, если бы это был Зарк? И надо Зарк и Катя. Это они его увидели, он убегает, они увидели, как он убегает, ёбнули, там походу до вентиляции были. Значит, там двое просто челов было. Там, ну типа, ладно. Я не знаю, если честно, я все прослушал, но я как обычный. Это человек, получается, блять, походу реально Камик, блять. Как обычно нормально. Зарк и Катя. Там две вентиляции было реально. Я думал, это Камик. Брат, у тебя сегодня игры Габара? Не, да, это Зарка Катя. Бист попросил меня нажать. Блять, Камик, умничка, реально Зарка Катя. Ребят, не знаю по поводу Кати. Ничего не могу сказать. Бист. Пробежал направо, сделал два задания, Катюха просто стояла. Просто типа у входа стояла АФК. Потом я забежал делать задание, она убежала налево. Ты прикалываешься? Я сделал три задания. И сейчас... Подставили Камика, сука. Ребята, а может Би скажет, почему я так... Потому что я смотрел... Короче, рассказываю, смотри. Рассказываю, смотри. Все это время я стрелял на камерах. И, получается, выключается свет. И Зарк, получается, Катя стоит, просто не делает квесты, бегает вправо-влево. Потом хуякс из комнаты справа, из навигационной выбегает Зарк, и они вместе начинают бежать. И сейчас еще и мертвый коричневый. Я не знаю. Что, мы кого-то убили? Смотри, мы кого-то убили? Когда нет света. Когда не было... Я не знаю, не я было не света. Знаю, я не знаю, Катя, не почему было ты света. Я пробежал в самую правую, там где два квеста. Вот это как она называется, где, блядь, надо совместить. Справа, крестик, я поняла. Прицел. Да. Вот, я забежал туда, ты стоял. Я вот за короче, тебя постоял, еще забежал вправо, дополню. Ты стоял и убежал налево. Короче, дополню. Камика реально подставили. Камика реально подставили, сидели, потому что него, было две вентиляции. Проводки? Было две вентиляции. После этого. У нас ноль убийств, какого Камика вот, подставили. Я и говорю. Я тебе говорю, что Камика что подставили, там, скорее всего. Не... Света не нету, они стоят. Я не говорила, что Камик это. Они стоят, они стоят в навигации. Света Димка, нету, она стоит на навигации. Да, я там уверен, блядь. Ребят, секунду, тебя не перебивайте. Бист, какой смысл сейчас кого-то кикать, когда у нас 7 человек? Ну мы уже знаем двух трейдеров. Подожди. Камик, блядь, был. Камик не был. Камик выбежал, Камик реально
реально, получается, выбежал. Блять, бист, послушай меня, если сделать даблкил, мы будем знать, что два трейдера. Тогда это мне кажется, света нету, они стоят навигации полдня. Блять, бист, ты слышишь, что я говорю или нет? Я слышу. Я уверена, что бист мирный. Это, скорее всего, бист мирный, потому что он не бист. И либо говорит как бы параной, без... ХЗ, но это очень да, без трупа, игра, без всего он... Это точно, Аня. Это мы. Камик дал инфу. Я Камик... Камик дал правильную инфу. Сейчас Фин с Катей там. Где Катя? Ну и кто? У нас опять ноль убийств. Окей, бист. Вот просто да. Послушай меня. Я слушаю, послушай. Нет, не, смотри, не, я тебе не, объясню не, одну не, вещь. Не, в первом раунде я видел все, две что, вентиляции. Я в первом раунде видел две вентиляции. Потому что мне не дают. Почему чел не может? Бист. Я скипаю сразу, Я даже не буду уходить. Бист, смотри, я тебе объясняю. Возможно, ты прав, что у нас два трейдера. Но смотри, как все легко работает. У нас есть кнопки. Если сделают даблкил, то мы знаем, что два трейдера. Если сделают один килл, то мы будем знать, что один трейдер. Если сделают все-таки два, тогда это получается, что Зарк, скорее всего, и Катя. Я не понимаю, почему Зарк и Катя, потому что ты сказал бист. Потому что нету света, вы вместе бегаете. Нету света, вы потом вместе начинаете бежать. Офигеть! Без света вы находите друг друга. Потому что мы друг друга видим. Потому что первая локация, когда ты идешь, я всегда хожу по круговой. Я зайду из столовой. Ну ладно, ладно, скипайте. Зарк, скип, скип. Там у чела 200 часов. Е-е. Ну, просто давайте без негатива, пожалуйста. Нет, без мага, давай вместе бегать. Мага, давай вместе делать. Бегать. Бля, вы реально заебали сраться, это пиздец. Бля, ну возможно, Камик, конечно, реально был трейдером, потому что нету киллов. Просто он двух челиков назвал точно, Камик. Он бы не выдумал так быстро, блядь, мне кажется. И как раз было две этих... Он выбежал, они как раз сделали килл. И они сделали две вентиляции. Блин, я реально Камика выкинул, который был, типа... Блядь, они, получается... Блядь, почему? Почему в Камика они поверили, а теперь в этих не верят? Да нет киллов, блядь. Нахуй его кнопку нажимать? Что за лобби по статистике? Что, блядь, за приколы происходят? Вы можете сделать задание, нахуй? Давайте выиграем. Ладно, возможно, я не ошибся с Камиком, он реально был трейтером. Я не знаю, раз никто не убивает. Да, давайте, пожалуйста, не мучить трейтеров. Трейтера не получается, потому что все бегают вместе. Не знаю, я не видел лично. Мага, у меня нет задания, если что. Я просто за тебя бегал. Я понял. Но ты еще, блядь, ты заебал. Ты столько заданий это слева выполнил. Окей, можно предположить, что с Камиком все... Ну, блядь, две вентиляции. Короче, у меня там вот это, понял, где цвет? А вот это пи-пи-пи-пи. Хотя... Свет погас. Я такой посмотрю, и я проебался, как куда там клацнуло. Я на рандому ебал. У меня одно задание. Одно задание осталось, ты бы хотя бы одно... Бля, походу, по таймингам, в принципе, он вышел слишком поздно. Он был, должен был чуть раньше, потому что успел из комнаты с камерами зайти в коридоры, обойти угол и вот так выйти, прежде чем просто выйти наверх. В принципе, возможно, он прыгал даже на эту нижнюю хуйню, прочекал и потом вернулся и начинал выходить, и потом только его заметил. Ну, сука, он двоих человек так точно сказал! Мага, сколько мы раз прибегали, она была на камерах? Да, весь раунд почти. Да. Мы прибегали к тебе там бегали рядышком. Вы там бегали. Ну, типа, нет, если вы прям так очень уж настаиваете, вы можете меня кикнуть. Вы можете мной попить. Причем тут мы никто не настаивает. Никто не кикает, мы делаем квесты. У тебя есть задание, у тебя есть задание, но при этом... Не, у меня одно осталось. Слав, тебя слышно, если что? Ёпта, блин. Катя, скипни. Ой, извиняюсь, я была, да. Мага, у меня реакторы и отва. А есть вероятность, что Бист сейчас спалил Камика своего трейтера, а потом начал говорить на... Нет. Нет, Бист абсолютно точно мирный. Окей. Антон, спасибо за подписку, добро пожаловать. Welcome. Это что, 200 часами? Сейчас будут киллы.
О! Нифига. Слушайте, ну это не Катя. Кого вау. Убили? Дарк жив, Дарк жив. О, да, это точно не мага, я типа ставлю, мне похуй. Мага с Вадей бегали справа, они направо побежали. Где труп? Я не знаю. А где ты зарепортил? Мага, где труп? Зачем было убивать Катю, я вообще не понимаю. Она была под подозрением, ее могли просто кикнуть. Можно один вопрос, кто стоял на камере? Я вначале стоял. Нет, нет, я вначале стоял, я стоял. Кати не было. Кати не. Где ты зарепортил? Мага, ты на труп нажал, да? Да. Это в электричестве, да, был наш труп? Да, да, ребят, если мирные сейчас скажут честно, где они находились, мы можем хоча бы выиграть. Я сейчас была у входа во два, колбу свою доделывала, последнее мое задание. Я бежал к щитку сверху со столовой, камеры были включены, бист это видел. Я с камер... Я видел синего и красного, они вместе бежали, к синий и красный. Потом я видел, Зарк зашел в карточки. Потом он вышел, зашел Финаргот туда, потом зашел Финаргот, он выбежал, Фин тоже вышел и пошел на электро. Один я вообще не видел. Я не шел на электрику, это раз. Я не заходил в карточки. Что-то слышишь, Бист, очень много ошибаешься. Дайте... Не, не ошибаюсь. Кто сейчас сверху бежал? Справа. Я бежал сверху. Справа. Я через столовку сверху. Бежал. Я нет, с камеры бежал через столовку. Ты же был на камерах, подожди. Я вышел с камеры, пошел на столовку. Нет, изначально смотри, как пошло. Скипайте, я сбежал пока. Справа. Это давайте... Зарк, скорее всего. Да. Мне тоже кажется, что это Зарк. Потому что мимо меня Зарк пробегал в кафетерии сейчас. Мне тоже кажется, что это Зарк, если честно. А он сказал, что из кафетерии... Как бы я успел тогда? А он сказал, что наоборот в другую сторону. Бля, это может быть Дина. Это противно одна делает. Она такая мирная, но никаких килов нету, и она со мной все время. Мы сделаем почти квесты, это Зарк или Бист, скорее всего. Бля, а у нас призраки делают квесты? Почему это Бист, блядь? Я, сука, полю трейтера, говорю, кто потенциальный трейтер. Либо это Камик, либо Катя этот. Катю наконец-то ёбнули, значит, остается Камик, еще и Зарк под таким мини-подозрением. Я-то при чем, блядь, игра-то... В принципе, если меня ёбнут, уже есть будет подозрение на кого. Мага убили! Бля, это по-любому Бист, я вам серьёзно. Это Зарк. На камерах да, мага убежал, и за ним побежал Бист. Нет, Анар, стой, ребят, подожди, не топи, стоял, подожди, Вилон, подожди. Позвольте, подожди, Зарк, подожди, дай я скажу, я объясню, стой. Стой. Ребята, когда я бежала сейчас вниз чинить свет, мимо меня пробегал Бист, я видела оранжевый скин. Далее, когда я променялась Зарк. Когда я променялась со стеной электри, я видела анимацию крови. Я почему-то ее через стену увидела. Ну, это, видимо, такое... Это, смотрите, я зашел внутрь электро, там стоял синий. Я выбежал и забежал Зарк. Потом я пошел дальше, пробежала Дина и Финаргот. Финаргот, правильно? И потом я забежал на камеру и стоял красный. Зарк первый Зарк. На электро. Зарк все это время стоял на камерах. Со мной он... вместе. Нет. Нет, он ушел, он ушел. Нет, его не было. Его не было. Ты один был, когда я подошел. Он первый пробежал. Можете мне кикнуть после Зарка. Кикайте Зарка, потом меня. Да подожди, Бист. Вадя, ты стоишь на камерах, но под тобой есть люк. Он может прыгнуть в люк. Он пешком прошел. К тебе. Теперь я громче всех. Я Зарка голосую. Я, да, уже, конечно, я еще в прошлом раунде говорил. Мне не понравилось, да, что Бист... Я абсолютно точно уверена, что Бист мирный. Прямо на... Поверь мне, мне не было смысла топить бы в самом начале. Раз ошибся, и меня топит. Где я ошибся? Скажи мне, где я ошибся. Я готов Зарк, но понимаешь его ошибки мирного игрока. Нет, я не показания. У меня либо вырисовался Камик плюс кто-то, либо ты с Катей. Катя умирает, остаешься ты под подозрением. Бист у нас кикнул предателя, он не может быть трейдером. Бля, мне жалко было так много, пиздец. Я его просто проебал где-то. Нет, я, короче, бежал, я подумал, что... Катюх, ты тут? Да. Я попить заказал, так. Откроешь там эту дверь? Камик написал, что он убежал. Расскажи. Да, у Марка достаточно крупный, блядь, генот лоскут нахуй его. Блядь, можно мне трейдера, сука? Какой цвет можно выбрать, чтобы трейдером был? Черный обычно берут. Спасибо. Блять, ну если это не Финаргот, то я останусь жив. Ой, алло, здравствуйте. Здорово. Блять, сейчас убьют, сука. Опа, бирюзовый выскочил такой, оп, камера, ну нахуй. Пойду посмотрю, что там, блять.
Блять, так. Так. Дину убили внизу. Так. Короче, объясню схематично. Когда выбегаешь из танки, бежишь направо, и потом вся вниз, и там вот внизу, где еще есть обычно задание, рядом с щитками, проходишь чуть левее по коридору, и там, короче, труп был. Нихуя не понял. А до этого я видела бустера. Ой, а где ты была? Кто? Бустера. А где ты была? Где ты была? Не, я была внизу, в самом внизу. И там, где труп? А как так оказалось, что труп у тебя? Я не добегаю до электричества. Стой, Катя, бустера, ты давно видела до репорта? Ну, мимо меня больше никто не пробегал. Короче. Я сейчас в управлении стою. Короче, я хочу сказать, что я был на камерах. Я был на камерах. Я сейчас кину инфы еще. Стой, братан, погоди, я же в управлении. Ну, короче, кто был на управлении? Стой. Да, я на камерах стоял. Я смотрю на камеры, Катя поднимается так наверх, идет, видит камеры, так разворачивается назад, идет вниз и находит труп. Это кто сказал? Я, Бист. А кроме вот этой, Бист, а кроме этой информации у тебя никакой нет, что кто с кем передвигался? Ну, это довольно странно. Идет, видит камеры, включается и... Она развернулась такая, пошла назад, как только камеры включились. Я там, сейчас, где... с самого начала, я изначально человека, у меня не было... Всё, минус я, типа, а это файлскилл еще за дефает как раз. Я голосую за бустера, потому что я спускалась бустера, вниз, блядь? Бустер пробежал мимо меня, руку, блядь. Слав потом остановился еще, я еще подумал, что я за мной побежишь. А почему ты вниз пошла? Ребят, хотите просто скажу, кто меня убил и все. Поэтому я за бустера. Давай, говори. Ребят, за что в нее вы? Я серьезно говорю, мимо меня бустер пробегал. Вы слышите, что я вам говорю? Бля, Бист, ты же говорил, ты увидел на камерах. Так она подошла. А нет, смотри, она заходит в рейнджу камер, только входит, видит камеру и сразу съебывает назад, хотя. И находит труп. Еще раз, я говорю, я увидел труп. Еще раз раунд начался, потом. Все, замутились, все нахуй забыли, бля. Прошлый раунд играем сейчас. Здесь сейчас живем. Понятно, ты крыса, только попробуй меня тронуть. Только попробуй. Кто тебя трогает, если я ни разу не трону? Слава! А, ой, извини. Арин, привет. Папа кнопки въебал. Да я что у меня ебашит? Блять, смотрите, у Биста, Бист, вот он стоял на камерах, А вот есть на него алиби, что он стоял там? У меня есть возможность... Сейчас, Фин, а что ты бежал ко мне? Я думал, мне пизда. Ты с самого начала раунда стоял на камерах, или ты потом... Нет, смотри, я тебе просто хочу сказать. Я стоял почти с самого начала, но... Ну, я буквально середины. Нет, я середины стоял. Я хочу сказать, что я смотрю на камеру, которая зацепляет верхний правый отсек. Бежит Катя, включается, она видит, как включается камера... Да она я берет, не вижу, я ни разу, не подходит, скажи, где вентиляция, я тебе просто говорю по РНЖ, она доходит до вентиляции, знаешь, где вентиляция, чтобы ты понимал, вот как раз там камера начинается, она доходит, такая становится и разворачивается назад, бежит вниз и находит труп. Я смотрела стрим Славы, когда он был за трейдера, он топил против Катюхи точно так же, как сейчас. Да, я общую инфу по картине скажу, погоди, Бист, послушай. Давайте я теперь скажу, я нашла труп. Ну зачем мне так двигаться, мирный так двигаться не будет. Смотри. Сейчас, Марк, сейчас я быстро. Давай. Еще раз говорю, я побежала, прошлась по правой всей стороне, потом мимо меня, я не помню, кто побежал. Я пробежал мимо тебя. Возможно, да, я не помню цвет. Да, так мирно не играет. Никого не видела. Потом, спустя какое-то время, я бегу еще ниже, пробегает Слава. Он увидел меня, он остановился. То есть он как бы сначала вверх, потом вниз. Там совсем чуть-чуть расстояние, но тем не менее, я испугалась, ощущение что, возможно, он. У меня перед кнопкой было ощущение, что мне хотел Фенергот заебашить. Бегу налево. Мне нравится, что Фенергот молчит, у меня тоже самое по отношению к тебе, Бист, было. Я на камерах стоял все это время, а ты ко мне подбегал перед кнопкой. Идите сейчас сами. Ко мне Фенергот прям подбегал перед кнопкой, как будто ебашить. Я вам трейдер хочу обозначить. Походу Фин. Это Фин! Я понял. Побегайте кто-нибудь со Славой. Я тоже верю. Я не хочу, он меня грохнет. Я пойду с ним. Если умру, это он. Микрофон. Да сука, только что на камеры залез. Я нашел труп под этой хуйней, господи. Кто на камерах был? Кто был на камерах? Арин, на камерах был? Просто одно слово, Арин. Я. Зарк, Мазер, ты должен очень оправдаться. Да, сейчас. Да, я пришел, сразу убежал. Я уже на камерах стою сейчас. А, да, ты уже на камерах стоишь. Это Зарк!
Зарк через вентиляцию залез. Попался! Мужики, дайте сказать. Это Зарк! Первым. Да, блядь, дайте сказать. Я через вентиляцию сотрел административку. Он орёт всегда, когда трейтер. И доказывает, что типа нет. И вот именно такой. Нет! Блядь, чуваки, послушайте. Короче, в первом раунде, когда с Катюхом и справа пересеклись и нашла Катя первый труп, последнего перед трупом она видела бустер. Бустер сказал, что он в навигации, хотя в навигации короче, был я, чел, блядь. Чел. Да схуя там... ли мага, это я подошел к щитку, когда он... Это Зарк. За бустера, короче, это Зарк. Это Зарк. Ребят, я могу объяснить, почему это Зарк. Мага повелся на пизду. Почему я видела, Пинаргота и потом магу, а потом репорт пришел. Мага, ты должен оправдаться сам. Почему никто не слышит? Арина, ты хочешь, чтобы я оправдался? Да, да, я хочу. Я стою... Арин, я стою с тобой, я с Виндарготом не выбегаю, я стою с тобой, когда ты выполняешь задание. Я с этой комнаты не выбегаю. В итоге бустер пробегает через этот проход, и как раз таки не бустер не репортит труп, не Зарк не репортит, а репортит Марк. Ну хотя вот, Зарк... значит, проголосуйте уже за бустера, проголосуйте. Какой труп, да о чем я тупо не видел, за опыт и, блядь. Не, нажмите уже. У меня репорта даже не было, алё, в смысле Зарк? Нет, блядь, у нас чел нахуй с ума сошел, блядь, детектив, блядь. Ну, наконец-то. Уже три аргумента против Славы. Наконец-то, блядь. Три аргумента было против. Слушай, ты-то поаккуратнее со словами, Слав. Алло. Что, зачем вы говорите? Я твои сиськи съем, блядь, Якадзе. Смотри, а то я как с перчиком сегодня. Блядь. Я смотрю административку, челик просто во время килла, сука, телепортируется на камеру, говоришь, что он был на камерах. Е-е. Зарк, скилл. Отлично. Да вы что, это не Зарк? Вау, давайте не будем кикать его. Это же не может быть он же говорит, что он был на камерах, а на камерах, сука, был только кто прыгнул в вентиляцию. Это Зарк. Там была закрыта дверь, короче, сквозь дверь вылетела кровь, блядь, и я видел белый силуэт. Ребят, это Зарк. Смотрите, я зашел на камеры, он ушел в вентиляцию. Смотрите, он не врет, я сейчас объясню почему. Мы кикнули бустера, если бы он был не трейтером, то сделали бы саботаж, и два килла мы бы проиграли. Короче, кикайте Зарк, и мы выиграем. Если мы не выиграем, кикайте меня, если не выиграем. Не-не-не, это супер тупо, он не мог ходить с кем-то и спокойно не убивать, и все. И там же один труп был. Зарк, не, ты понимаешь, Зарк, как, я когда... говорю, Зарк и бустер, потому что бустер пробежал, а Зарк побежал вместе. Не убивает чела, который вплотную к двери стоит, дядь, видно было кровь, какую, блядь, и твой силуэт. Меня там Зарк, не было. Голосуй, Зарк, голосуй. Меня там не было. Давай, наберешь, Зарк. Просто вы такие ебанаты, вот я... Не, Зарк, тут все на самом деле... Ну, дядь, ну че ебанаты, ну ты воспалил, что? Блядь, ебаный! Проси хуй, сука! Уебаный! Я же говорила! Не ебаная, блядь! Откуда ты такие ноги сошел? Зарк, блядь, дебил ебаный! Все правильно! Это просто пиздец, блядь, ебаный, блядь! А как вы хотели, правильно? Сидит, блядь, орешки кусает, блядь, раскусывает, блядь! Как, сука, любое дело, блядь, за 3 секунды раскрывает, нахуй! Он детектив! Меня... Блядь, не, на самом деле красиво, на самом меня, деле нормально. Меня затопили по трем максимально тупым причинам, которых не могло быть. Вообще не могло. Ёбнешься, блядь. Не, вообще хорошая катка была, мне понравилась. На самом деле, мы сейчас... Согласен. Мага специально сидит на стриме. Да, мы с Вадей нормально так почилили. Я охуенно поиграл. Примерно 5 секунд, блядь, поиграл, нахуй. А кто тебе грохнул? Ничего, Бартанчик, твои... Ну ёбище одно, блядь, сука! Даже не знаю, да, как блядь, не дает, сука, тратор! Зарк его зовут, так, блядь. Ну, в принципе, король. Предыдущая катка была неплохая. Зы арык хы уесос! Бля, удивлен, что это была не Катя, потому что я был уверен в неё, потому что она очень странно повела, когда пошла так. Не прогрузился ник. Ребята, ради бога, ебало завалить свою. Подождите, а кто был трейдером, блядь, предыдущий? Зарк... Блять, и бустер. Это у меня, слышь, походу? Сверху в кафетерии, да? Да. Это у меня. Блять, ну Катя тогда вообще ультра странно начала ходить. Прям пиздец. Блять, ой, можно спросить нахуй? Я, конечно, извиняюсь, блять. Какого хуя у Зарка, блять, микро не замучено? Уёбок ты, блять. Слышно? Замуть нахуй микро, блять. Меня... У кого-то ник забагался, сука.
Слышу тебя, Магомед Сейд! Пиноргот. Коррекция. А когда ты ушел с камеры, ты как побежал? Ебать, человек-невидимка, блядь. Через верх. А почему тебе не подгрузился? А кто тебя на коричневого видел? Как он вышел? Ребята, у нас проблемы с цветами. У нас проблемы с цветами. Тут показывает магу зеленым. На самом деле бустер зеленый с вопросичами. Я не зеленый, а он. Нет, вопросичами. Бустер розовый. У меня на карте бустер зеленый. А у меня бустер без ника. Я без ника и зеленый. Балдеж. И розовый. Пиздец. Что-то очень странно. Ну, по никам будем судить. Знаем, что вопросики — это бустеры, да? Да, 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 да. Не забывайте, что говнарь — это я, пожалуйста. Звенело. Значит, можно так уже. Как такое можно забыть, Вадим? Короче, это мне говорит Зарк. Кнопками в самом начале. Я долбоёб. Трейтеры долбоёбы, походу. Нет, трейтеры долбоёбы, все живы. Мне кажется, это может быть тёмно-коричневый и синий. Мака просто потратил кнопку. Мне так кажется. Зарк, это ты всё время рыгаешь? Шанс. Темно-коричневый синий, как вам мои вопросы сейчас? Угадали я? Одна кнопка на человека. Гучмоли, кикай, блядь. Пошёл. Чрезмерная. Давай не кидись. Ну это типа возможная пара. Гучмоли, ребят, обратите внимание, я вас попрошу, я не ошибаюсь, блядь, доверьте мне на слово. Ниса. Ну никто никого убил, это ракет. Это я. Это Арина сказала? Арина созналась с киками. Да, она всегда так делала, когда она трейдер. Давно не было кнопок. Вы заебали с этими кнопками. Да у нас ноль убийств. Бля, вы заебали просто реально с этими кнопками. Есть, короче, одну кнопку. Ладно. Я скажу, мне хочется это сказать, потому что Финаргот уже предъявляли за его действия. Он пиздец как странно двигается, и мне такое чувство кажется, что он пользуется, блядь, этими лифтами ёбаными. Ёбаными лифтами, я серьезно говорю, блядь. Просто, лифт. А теперь дайте я скажу. Я побежал налево, Вадя, ты был со мной, развернулся от тебя направо, потому что ты что-то рядом со мной толпился часто, и пошел справа у кафетерия, встал и полил люк. Секунду, у меня есть тест, Финаргот, только отвечаешь моментально на вопрос. Готов? Ну, какой у тебя цвет? Цвет персонажа желтый, бля. Мага, хорошую хуйню сделать, бля. Он задумал. Бустер мирный. Я бы уже сказал, что убил, блядь. У нас ноль убийств. Не уверен. Это правда. Да, согласен. Бля, реально, Финаргота. Финаргот поменял почерк. Он очень быстрый. Нахуй! Ребят, это не Финаргот, он ходит выслеживать, шкерится по углам. Нихуя. Вы что, ебанулись? Так. Вы Марк, чё, ебанулись? Марк. Запоминай тех, кто тебя... В смысле, Марк подозрительный, Марк подозрительный. Я сам себя проголосовал, алё, блядь. 4 Финаргота, блядь! Я сам себя проголосовал, чё пиздите? Это Марк! Ребята, это было на камерах, я видел, кто это. Кто это? Это Якадзе, 100%. У нее, короче, маска такая, знаете, как у... Блядь, доктор... как будто от чумы борется. У нас да, двоих. Я, короче... Доктор и Чмо, его... блядь? Так это ты тогда, блядь. Кикаем Зарка, нахуй. Бабу не обзывай, блядь. О, блядь. Ну вот видите, блядь, я могу его... Слава его, мне ему, блядь. Это Катя, я видел, как она на камерах. Так, подожди, стоп, скажи, где это произошло, и файвскилл либо подтвердит, либо опровергнет. Дина, подожди. Смотрите. Катя, скажи хоть что-то ты. Мою бабу не обзывай, блядь. Вот если бы я его кикнула, он бы так среагировал? Да. Это раз. А второе, это то, что я была в другом месте. Славу же убили. В каком месте? Да, еще никакое место не назвали. Я была внизу. Я внизу была. Зарк, скажи, где это произошло? Это было, я не знаю, правое и левое или правое нижнее. Короче, кикаем Зарка. Он сказал, что под камерами. Кикаем Зарка. Кикаем Зарка. Я не помню, где это правая часть, точно я верю, правая часть. Так, давайте Five Skills скажет. Убийство так, там, где камера стоит. А если он трейдер? Зарк нашел слабое звено и топит в него, ребята. Нет, ну Катя даже... Да всего один килл. Отмахивается. Мага. Вполне понятно, медленная игра. Короче, Гуччи Молли сейвит Катю. Если Гуччи Молли все это время бегает с кем-то вместе, значит, он второй трейдер. Вадь, ты видел с Диной, как я кислород отключил? Дайте Маге сказать, где труп, пожалуйста. Я зарепортил. Мы с ним периодически пересекались. А, это я зарепортил, я сейчас завалю, зарепортил, блядь.
Где это был? Почему говорит это Лага, рядом с карточкой, при этом говорит... Рядом с карточкой в коридоре или где? В коридоре. Это Катя, тогда Катя. Легитимно под камерами, это Катя. За собой. Катюха, не открывай дверь. Да-да-да, пора открыть. Все понятно, Мартис плюс. А это не робот. Дядь, я бы уже убил кого-нибудь, поверь. Жопу, иди. Да. Бабу мою не обижай. Это так мило. Ебать, кстати. Встаньте нас, не двигайтесь, не двигайтесь, все сюда. Встаньте меня, давайте. Вот давайте. Ну вставайте. Давай. Когда ты сейчас в люк там прыгнешь? Не. Он сейчас убьет. Встаньте в меня, как Дина сделала. И как вот Арина. Направо поворачиваемся, направо. Вот так вот, чужок. О, почти идеально. Во. Давайте задание доделаем. Я все сделал, блядь. Жмурики, делайте задание тоже. О. Блядь, бустер ебаный, ты можешь задание делать? Слышишь, ты ебаный, но задание сейчас буду делать, да. А, у меня все сделано, блядь. Бустер, расскажи этот рейтер. Пошел нахуй, Сейд, Москва тебя изменила. Оп, ну все. Ебать людей там. Кать, сделай задание. А у нас трейтер вообще знает, что он трейтер? Мне кажется, это Арина. Так Катю убили. Нет, Катю мы прогнали на голосование. Поэтому, Марк, меня удивляет, что ты говоришь, я делаю задание. В смысле? Да. В смысле призраком? А я что-то и забыл. Ну, у предателя нет задания, Марк. Год кололь! Ай, вообще, меня же убили, извиняюсь. Иди нахуй. Дин, ну смысл мне, блядь, никого не убегать, не убивать и бегать толпой. Он бы так бы не сказал. Он же не знает точно, трейтер она или нет. Опа, Дина, все, ББ. Не, ну типа, камон. Короче, я могу объяснить, что произошло. У нас какой-то призрак не сделал задание, мы все их сделали. Нет. Это я, ребята. Нет, короче, при мне Арина запрыгнула люк, когда я пробегал рядом связи. Ну, короче, когда я пробегал снизу справа, Арина прыгнула. А чё ты, Арина, не убивал нас? Ты мага, ты никуда не прыгала. А чё ты улыбаешься, когда ты говоришь? Врунишка! Если бы это было так, мага бы уже нашел пути, попросил кого-то нажать на кнопку. Ну, реально, что-нибудь поинтереснее придумай. Ладно, да, что-нибудь поинтереснее придумай. Трейтер. Блять, доделайте задание, у кого не сделано, реально пол клетки осталось. Аниме. А! Что? Воды, блять. Ну и. Вадя. Мне кажется, Вадя трейдер, он фул молчит, и АФК стоит. Трейдер. Мне кажется, у него слышно, у него тактика молчаливого трейдера. Вот и домолчался, ебать. Арина сырян. За что? Почему в Арину? Мага же пошутил насчет люка. Меня Арина сырян, я не ожидал. Нормально. А, в Питере. Нормально. Не, ну это же какой-то... Это попахи. Вот, знаете, мне было интересно, Мага, что ты... Как ты это обоснуешь? Так я не поняла, а что ты такого сделал? Ну просто ты мало киллов, и я подумал, что это ты. Просто я, чтобы вы понимали, я не прыгала в люк.
Да, понятно. Сейчас подойду. Не, Арин, в том-то и дело, что из вас никто не стримил, поэтому ты, наверное, а ты чекал, да? То, что я... Нет, я просто говорю, что Катя сейчас и Арина не стримят. Что происходило в этой игре? Это... Вы вообще не могли убить, да, никого? И, короче... Нет, давай... могли. Я просто решила посмотреть, как вы будете друг друга кикать, и все. Они очень быстро меня рассекретили, когда я бегала... А ты на камерах, Катя, на камерах припизнула. Да я не замечаю эти камеры. Ребят, слышишь, а у меня никнейм есть или нет?